вот для вас праздник День молодежи. Как вы его отмечаете? Ну, пьем водичку. Не отмечаем. Как будто, знаете, турбулентность. Космос попал. Как Гагарин, короче. В молодом возрасте кто что может искать еще, помимо работы? Любовь! Свою мечту! Правильно! Ребят, вы считаете себя молодежью? Ну да. А молодежь это какой возраст? Ну, вообще, по идее, 14 лет, но не доросли еще чуть-чуть пока что. Но, тем не менее, считаете себя молодежью? Ну да. Как думаешь, каким должен быть современный представитель молодежи? Он должен заниматься спортом, не курить, не пить. Обычный человек, не курящий, не пьющий, хорошо себя ведущий, учился хорошо. Ну, это зависит, какой ты сам. Каким должен быть представитель современной молодежи? Наверное, идеальным. Потому что столько для них сделано. У нас не было такого. Здоровья, ума побольше и всего-всего. Ты что можешь пожелать? Удачи, здоровья, счастья. Не пить, не пить. Чтоб хорошо учились. И чтобы тоже на такой штуке побывали. Доброе утро! Мне уже так.